Даже те, кто не любит творог, полюбят эти творожные лепешки. Для них возьмем 200 граммов творога жирностью 5%, 100 граммов сыра, 1 пучок укропа, сушеный чеснок, 2 яйца, 50 миллилитров молока, 2 столовые ложки муки, 1/3 чайной ложки соды, масло растительное для жарки. Яйца смешиваем с творогом и молоком. Солим по вкусу. Добавляем натертый сыр и сушеный чеснок по вкусу. Сушеный чеснок придает блюду приятный аромат. При этом не оставляет послевкусия и запаха, как сырой чеснок. Мелко нарезаем укроп и добавляем в массу. Туда же просеиваем муку и добавляем соду. Все хорошенько перемешиваем. Тесто готово. Разделяем его на две части. Одну часть выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. Разравниваем, жарим на медленном огне под крышкой 4-5 минут. Переворачиваем и доводим до готовности. Таким же способом жарим вторую лепешку. Ароматные, полезные творожные лепешки готовы. Разделяем их на 4 части и наслаждаемся. Наслаждаемся. Хороший день начинается с хорошего завтрака.